Працягваем выпуск. Тэма рамонту палаца культуры ў аграгарадку Камунар Будакашалёўскага района да нядаўняга часу была адной з самых злабадзённых. Назва установы гучала на ўсіх узроўнях, а вырашэнне пытання пра яе лёс пільна кантралявалі ўлады. Нарэшце, ў гэтай справе можна канчаткова паставіць кропку. Адноўлены будынак пачынае новае жыццё. Падрабязнасці ў наступным рэпартажы. Палац культуры у Камунары во всех сенсах центр агрогородка. Тут не только сконцентровано культурное житё. Установа змяшчае сельский совет, паштовое отделение, спортивную залу. Будынок палаца узвяли еще у 70-е годы минулого стагодзя. У некий час стало видовочно, необходна реконструкция. Шэраг причин не дозволял зарабіць гэта оперативно. Капитальный ремонт неодноразово обновлялся и спынялся. Дякуючи финансовой подтримке, у особливости сбоку областного керавництва, будаўнічыя работы довели до финалу. Урачистое открытие обновленного палаца культуры стало подеей для жыхароў. Комунара. Это объект важный, объект нужный и объект долгожданный для населения. Очень важное событие, и приятно, что оно проходит в преддверии очень важного и значимого праздника для нашей страны – Дня независимости. Палацу Камунары – одна из лепших установ культуры в районе. На его рахунку – поспехи и перемоги мастацких коллективов и выхованцев. При этом его деятельность николи не спынялася, нават подчас реконструкции, литерально в спартанских умовах. Сертификат на 300 тысяч рублей адабыл выканкама, які подарили подчас урачистого открытия, стимул не спыняться на досягнутым. Рамонт удыхнул будынок новое житё. Капитальный ремонт начался в 2019 году. За время ремонта было поменено вся кровля здания, вся теплотрасса, вся электропроводка, был произведен полный капитальный ремонт здания. Реконструкция Палаца культуры у Камунары – лепший подарунок его жыхарам на передадні Дня Незалежности. Кіраўніцтва установы упэўнена, насельніцтва агрогарадка не будет расшаравана. Миколай Скинтьян, Валера Гапанько, телерадыокампания «Гомель».